Унылая пора, очей очарования, приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увидания в багрец и золото, одетые леса. Золотая осень была любимым временем года великого поэта. И не только. Шорох листвы под ногами, яркие краски, свежий воздух. Лучшее время для семейных прогулок и осенних фотосессий. Нам нравится. Мы с дочкой гуляем часто именно в осеннюю погоду, особенно когда солнце светит. Природа настолько яркими красками сияет, что невозможно налюбоваться. В деревнях к концу сентября завершались все полевые работы, и для женщин наступала пора отдыха. Отсюда и пошло название «Бабье лето». Традиционное потепление среди осени всегда ждут с нетерпением. Мне кажется, это когда снова такие оттенки лета появляются именно в осенний период, потому что резко наступает холод, как бы люди мерзнут, а потом вот вам природа балует нас теплом снова. Вот, и поэтому все обычно ждут бабье лето каждый год. Не хочется резко переходить в холод после такого лета теплого. Однако, как выяснилось, наступление осени радует не всех. Причина проста. Осень мы любим очень, нравится цвет желтый и красный. Но грустно становится, потому что как природа засыпает, и кажется, все люди засыпают. Вот, поэтому больше люблю весну и лето. Похолодание, редкое солнце, дожди на многих навевают тоску. Появляется сонливость, быстрая утомляемость. Перепады атмосферного давления негативно влияют на метеозависимых людей. Но специалисты утверждают, так называемая осенняя хандра поддается простому лечению. Осенняя хандра – это, наверное, индивидуальное понятие. Является проявлением вегетососудистой дистонии. Соответственно, чтобы не болеть, надо вести здоровый образ жизни и избегать стрессов. И все же у каждого сезона есть свои плюсы, и их немало. В осенний период значительно снижается концентрация вредных веществ в воздухе. Дождь и ветер делают его чище, отступают аллергические реакции, легче дышится. А если регулярно посещать врача, сдавать анализы, правильно питаться, делать прививки, а главное побольше гулять, никакая хандра не страшна. Ведь у природы нет плохой погоды. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».